Проект «Волонтеры лета» запущен более чем на 40 площадках Ульяновска. Так, в микрорайоне «Искра» на улице Репина на постоянной основе будут проводиться спортивно-развлекательные активности для местной детворы. В распорядке дня добровольцев и их подопечных – утренние зарядки, игровые программы и квесты, а также творческие мастер-классы. Волонтерский корпус сформирован из числа студентов Ульяновского педагогического университета. В него вошли лучшие представители вуза, которые планировали этим летом поехать вожатыми в детские лагеря. Не имея такой возможности в связи с пандемией, студентам, занятым на площадках волонтеров лета, зачтутся часы работы как прохождение производственной практики. Нам предложил участие сам университет, так как практику мы должны были проходить в летних лагерях. И в связи с этим мы, конечно, решили принять участие, так как это дополнительный опыт взаимодействия с детьми. Ну и родители будут знать, где находятся их дети и с кем. Ну и для детей это возможность как бы интересно и развлекательно провести остаток лета. Ежедневную трехчасовую программу формируют сами волонтеры с пожеланиями ребят. Работают в группах по 10-12 человек. Соблюдаются все нормы санитарной обработки. Перед вхождением на площадку с активностями все добровольцы получают средства индивидуальной защиты и тепловизоры, чтобы измерять температуру. Каждому ребенку в отдельности, а также в группах, волонтеры стараются найти индивидуальный и оригинальный подход. Возрастных ограничений нет. Возраст детей мы не ограничиваем. Конечно, в основном это ребята школьного возраста, но если придут ребята помладше, мы, конечно, тоже сможем организовать и их досуг. Волонтеры лета в зависимости от погодных условий планируют работать с мальчишками и девчонками до сентября. Альтернатива онлайн-формата и перемещение в учреждения не предусмотрена. Антон Никонов, Владимир Куликов, новости Управда ТВ.